Эти страшные кадры потрясли таблоиды всего мира. Ранним утром 6 февраля в 14:17 по местному времени, когда большинство людей спокойно спали в своих домах, в Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 7,8 баллов и ощущалось на границе Ливана и Сирии. А через некоторое время произошел еще один толчок силы в 6,7 баллов. В течение дня поступали сообщения о подземных толчках в Ливане, Греции, Сирии, Израиле и на Кипре. 10 февраля в Турции произошло еще одно сильное землетрясение. Число погибших только росло. В первые же часы после разрушительного землетрясения в Турции и Сирии международное сообщество предложило помощь. Для оказания помощи из 75 стран прибыли 6479 поисково-спасательных отрядов. Власти Узбекистана направили в Турцию гуманитарную помощь и группу спасателей МЧС. Вице-президент Турции Фуат Актай заявил, что по данным на 12 февраля число погибших в результате произошедших в стране землетрясений увеличилось до 24 617 человек. Обновленные данные о жертвах он привел в эфире местных телеканалов. Ученые-сейсмологи полагают, что из-за того, что в последние годы сейсмоактивность Земли была несколько ниже обычной, в ближайшие 5 лет активность будет выше среднего. А наиболее сейсмически активными районами Узбекистана являются Ферганская долина, Ташкент и Ташкентская область. Поэтому очень важно, чтобы каждый гражданин знал правила поведения во время землетрясения. А специалисты гражданской защиты в случае возникновения чрезвычайной ситуации могли действовать уверенно и оперативно. В этих целях в Узбекистане во всех организациях систематически проводятся учения гражданской защиты. Подобные учения были организованы специалистами МЧС города Алмалыка 8 февраля. В ходе учений были отработаны способы оказания помощи условно пострадавшим при землетрясении, освобождение людей из-под завалов, эвакуация граждан в безопасное место и многое другое. Учения прошли на объекте по улице имени Улугбека, где ведется строительство многоэтажных зданий. А также тактика специальные учения были проведены в этот день на одном из промышленных предприятий города. Ko'zi yetsa birlamchi bo'ladigan, o'chiramiz, bo'lmasa qochamiz.